Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Earn Today 2. Ну что ж, мы с вами получили машину новенькую, вот эту вот мороженницу, да, я так ее назвал. Немножечко проапали, но еще не тестили. Поэтому давайте-ка попробуем, посмотрим, что она из себя представляет. Так, ну в принципе я представляю, ребят, что она должна быть довольно мощной. Так как это все-таки тебе не какая-то там спортивная Фуфляндия, да, а довольно солидная такая мощная машина. Так, ладно, проверим, ребят, на прочность на самом деле. Так, ну тут какие-то... А, тихо. Блин, у нас же нет ускорения. Я все время забываю, что машина новенькая, не проапанная у нас. И ничего в ней такого нету. Так, бензин закончился. Не очень-то, конечно, много мы с вами проехали. Так, сколько у нас? 16 кусков, да? Мы можем с вами... погоди-ка секунду. Кто-то мне посоветовал, что возьми, говорит Рэй, свою старую прокачанную машину и гоняй на ней, зарабатывай деньги, и потом уже можешь на проапанной начинать, как говорится, гонять. Но, ребят, нужно же, мне кажется, как бы привыкнуть к тачке. Ладно, я, конечно, попробую сейчас сделать, как вы просили, и посмотрим, насколько у нас будет успех. Лучше или хуже? Давайте проверим. Так, поехали, возьми. Да ё... Погоди, я не понял. Так, что сейчас произошло? Секундочку, ребята. Я вроде бы выбрал машину. Может быть, я еще как-то ее не зафиксировал. Короче, меня опять сбросили сюда. Ладно, проверим. Проверим. Так, горючку я улучшил, да? Поэтому должны немножко дальше проехать, по идее. Так. Вжух. Упс, а вот это... Вот это было, по-моему, ребята, лишнее. Да, это было лишнее. Ну, посмотрим. Ну, в любом случае, чуть-чуть больше я проехал, чем обычно. Как эта трасса немножко странная. Так, 10 тысяч заработал, да? Так, ну что, ребят, давайте попробуем. Смотрите, заменена на улучшенную машину. Заменена на улучшенную. Погоди, я не пойму. Я не могу, то есть, вот на этой тачке ездить, да? Твою ж маковку. Да, ребята, к сожалению, не могу, поэтому этот вариант не прокатит. Как вы мне писали, возьмите по старую, апгрейженную и езди на ней. Нет, сами только что видели, ни шиша. Написали, типа, фигушки тебе на масле, давай-ка вот гоняй на этой тачке и ее улучшай. А, видимо, это специально сделали, чтобы не все так просто и легко было. И в этом есть, конечно, какая-то логика. Ё-моё. А если мне от этого толк, я тоже не знаю, поехали. Пока все отлично. Я проехал немножко дальше. И, кстати, кто-то писал, когда ты там на трамплинах подпрыгиваешь, не жми кнопочку вперед, у тебя от этого тратится горючее. Ребят, на самом деле, я как только отпускаю кнопку во время прыжка, у меня почему-то машина сразу же теряет скорость. Не знаю, совпадение это или нет, но вот так вот оно происходит. То есть, отпускаешь кнопку, и ты сразу же начинаешь притормаживать. Мне это не нравится. Поэтому я буду... Вот посмотрим, вот. Да, сразу же теряется скорость. Не знаю, ребят, ну, не знаю. Давайте не будем придумывать, так сказать, велосипед. Будем ездить, как ездили. И я думаю, у нас будут такие же успехи. Может быть, даже лучше, не хуже, чем, по крайней мере, было. Так, ну. Ядрить тебя на корень. Эть. Да, слушай, она на подъемчик, эта машина, очень сложна, если... Честно. Так, что нам можно здесь пропать? Естественно, движок. Но мне бы, наверное, хотелось ускорение купить. Блин, как же тут все это, ребята, дорого стоит. Ну что, друзья мои, 14600 мы зарабатываем. А это значит, что я могу, наверное... Погоди-ка. Да, могу еще себе пропать что-нибудь. Я сделаю, наверное, да, еще одно ускорение возьмем. Ну что, поехали, посмотрим, как у нас все это будет выглядеть. Слушай, наверное, надо было развесовку нам купить, чтобы тихо, чтобы давить зомбарей было бы попроще и проезжать сквозь вот эти вот препятствия. Они меня очень сильно раздражают. Серьезно вам говорю. У нас сразу очень сильно теряется... Еху! Скорость. Нифига, я залетел. Вот это я называю круто. Блин! Да, сейчас у меня машинка, ребят, скоро, наверное, взорвется. Она уже дымится черным дымом. А черный дым — это плохой знак. Вау, ускоритель закончился. Ладно, предположим. И бензин. Слушай, ну, не знаю. Я думал, на ускорении я проеду немножко дольше, больше.
Смотрите, что, кстати, у нас по колесам. Раньше, помните, было 3, да? Ячейки максимально. Уже 4. Так, давай-ка мы движочек с тобой приобретем. Сколько у нас там еще? 11 тысяч, да? Ни на что не хватает. Едем далее. Движочек. То есть мы с вами экономно тратим энергию. В принципе, в этом суть движка. Тихонечко. Давай-давай, аккуратно. Мы будем как-нибудь с вами плавнее все это дело делать. Видели? Вот это и оно. Я специально так сделал. О, ничего себе, ребят. Вот это я, да. Вот это я летаю. Слушай, у меня что-то с машиной, по-моему, не в порядке. Ты посмотри. Последнее ускорение, ребят, трачу. Обалдеть просто. О, нет, 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 не надо так делать. Слушай, я еще удивляюсь, что у меня поддон не отвалился. Ну, слушай, вот здесь уже мы с вами довольно прилично проехали. Так, и слушай-ка, мы можем взять броню, я могу взять горючку, но я хочу почему-то именно движочек улучшить. Поехали, будем смотреть далее. Вы заметили, да, движочек улучшил, и сразу как-то оно получше стало. Потом опять мы с вами дойдем до определенной точки, да, и все у нас вернется на круги своя. Так, нормулька. Вот здесь надо ускоряться. О, щет! Сам виноват, дурила. Да я пока сообразил, что надо было ускориться, ребят. Мы... Ай, ты посмотри, все-таки поверху, мне кажется, выгоднее ехать, чем понизу. Да-да-да, тут у нас очень-очень, ребята, много препятствий. Я даже, смотрите, я просто даже их не могу осилить. Даже заехать не могу. Господи, что тут происходит? Бензин закончился. Даже не доехал до своей отметки, которая была у меня. Ладно, давай с тобой возьмем броню. Ну, давай... Нет, подожди. Ну да, броню, броню. Кстати, брони всего лишь 3. Ого, нифига себе, ребятушки. Смотрите, какая охрененная пила. Это вот так вот у нас почему-то выглядит броня. На самом деле, вот если бы эта пила бы еще чекрыжила бы этих зомбарей, да, и разносила... препятствия, которые нам встречаются на пути, цены бы не было. Опять. Почему я не могу долететь, не могу понять, а? В чем проблема? Вроде так же жму на ускорение, все как полагается. Может быть, я слишком поздно жму? Ведь такое же может быть? Вполне. Так, давай-давай-давай, ломаем. Ломаем все здесь. Так, вот здесь вот, ребят, я специально буду ехать через... Оу! Ускоритель закончился. Как больно было сейчас врезаться-то вот в это во все. Хе-хе-хе. Бензин закончился, но проехали мы все-таки дальше. И давай мы с тобой приобретем. Это же развесовка у нас. Да, развесовка, ребят. Ну, возьмем. Слушай, а почему давно нету этой рекламы? Я хочу посмотреть рекламу. Я хочу в конце концов получить какие-то кровненькие, чтобы можно было бы без лишнего заезда что-то себе приобрести смачного. Так, давай, давим. Ну смотри, развесовка, по крайней мере, машину мою уже не поднимает. Точно, ребят, надо было раньше нажимать. Как только заезжаешь, нужно сразу же включать на ускорение, а не когда-то уже на полпути. Все, я запомнил. Я запомнил этот момент. Я все время это говорю и все время повторяю одни и те же самые ошибки. Ладно. Ой, а где моя развесовка? Куда она делась? Йо-хоу, вот это да, ускоритель закончился, блин. Что с моей машиной, ребят, что с моей машиной? Что же с ней такое происходит? Ах, как замедляется все. Эх, даже заехать не смог. Слушай, ну нифига тут, ребят, пригорочек такой, да, повесили они. 25 тысяч. Фух, давай-ка возьмем, наверное, вот это вот колесико себе. О, ну наконец-то. Ну что, ребята, смотрите, можно было просмотреть несколько раз рекламу. И в данный момент я заработал себе 121 тысячу. Это круто, ребята, это очень круто. Я даже растерялся, на что потратить. Кажется, такая сумма большая, да? А на самом деле, смотрите, 60 тысяч сюда, например, 62 сюда. И все. И твои денежки улетели. Поэтому давайте, наверное, мы сделаем вот так вот все-таки, да? И купим... Погоди-ка. И купим, наверное... коробку передач. Да, вот так вот.
Слушай, ну что, давай проверим. Проверим, как у нас сейчас будет чувствовать себя машинка. Мне очень это интересно знать. Ага. Так, по-моему, здесь где-то ускорение. Я же помню. Я ведь это помню. Сейчас надо будет, ребята, газовать. Вот она. Вот оно, это место. Зих, классно. Едем далее. Ой-ой-ой-ой. Что-то как-то пошло. Что-то пошло не так. У нас, как обычно, ребята, отлично мы зарабатываем. И давим этих хламонов. Оу-оу-оу-оу-оу. Вот что значит плохая, ребят, разрисовка, потому что начинает машину опять мою поднимать. Ой, ее сплющило-то как. Ядрить, парень, ты че? Ты на чем у нас машина на добром слове держится, да? Я так понимаю, что на добром, блин, слове. Ох. Сейчас мне такое ощущение, что просто она пополам сложится. Вот серьезно тебе говорю. Бочка. Круто, ребят. Я офигею, блин. Ну, несмотря ни на что, она все-таки держится. Молодцом тачка-то у нас, смотрите-ка. Ох, как я долго проезжаю. Блин, я доехал до первого чекпоинта, до первой бензоправки. Ну, это круто. Мы достойны были этого. Игра сохранена, конечно же. Так, и мы продвинулись еще немножечко с вами. Ну что, ребята, еще одну ускорялочку я себе купил, так что поехали. Поехали. У нас, кстати, сейчас будет трасса совсем другая. К ней я не готов, я не знаю, чего нам тут ожидать. Я вижу, что зомби там прыгают, как сумасшедшие, с мостов. А ну-ка, дай-ка я вот так... Ой, зачем я так делаю? Фух! Почему моя машина вот так вот выгибается? Не могу понять. Да ладно тебе, о, проехался прям, знаете как. Зомби были своего рода дорожкой от этого завала. Тихо, тут не надо... Блин, я не могу рубить, тут не надо газовать или что? Все, развесовку я свою потерял. Машина моя какая-то изогнутая. Угу, оу. Так, здесь нормуль. Главное, что, ребят, ускоритель у меня в руках. Но бензин закончился, к сожалению, полпути. Ровно я проехал практически, да? И могу себе позволить еще купить горючки. Но возьмем, наверное, мы с вами все-таки движочек приобретем. Потому что будет экономно тратиться энергия. Ну что ж, давайте еще, наверное, с вами сделаем заездик. И на этом, наверное, будем закругляться. Потому что я думаю, что вам не очень интересно смотреть по полтора часа, по часу видосик, как я тут шпилякаюсь. Мы сделаем своего рода отдых. Ну-ка. А потом, конечно же, опять продолжим. Да елки-палки, с какого перепуга? Да с какого перепуга развесовка на ровном месте-то у меня отвалилась? Ну что ты, ну... Вот, вот, отлично. Я не могу врубиться. Вроде ничего такого не сбивал, не толкал. И она просто у меня отвалилась. Ну, вот так вот. Слушай, надо что-то как-то делать. Я не могу, я даже эти ящики уже не могу, блин, разбить. Слишком медленно, понятно, медленно, потому что я не могу проехать. Вот тебе и медленно, вот тебе и результат. Бензин закончился. На одном ускорении мы с вами далеко, далеко не уедем. И надо улучшать колеса. Угу. Это точно. Что мы можем себе позволить? Ну, возьму я, наверное, ребятушки, ту развесовку я куплю. Но на этом я буду закругляться. Ну, встретимся обязательно в следующей серии и продолжим, ребята, гонять. Да, конечно, жалко, что я не могу взять предыдущую машину и, как говорится, на ней прокатиться. Зато следующая будет полицейская тачка, да? Какой-то Porsche или Ferrari тут у нас. А что дальше? Ого, дизель. Так, а далее? Понятно. Круто. Вообще зашибись. И это просто улет. Я что, буду на Белазе даже гонять? Я представляю. Ну что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.